Ну що ж, на смачні теми ми поговорили, а от що ж буде далі у нас, Ірочко? Поїла, тепер і худнути треба, розумієш? Яка важка жіноча доля. І чоловіча так само, і на маловічко. Тренер з фітнес, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, весна йде, як то кажуть, потім літо, і треба у форму якось приходити, фітнесом займатися. І в мене от перше запитання. Дивіться, жінка вирішила зайнятися спортом, але не знає, який вид навантаження вибрати. Що б ви порадили в такому випадку? Ну, в первую очередь, очень обрадуюсь эту женщину, которая решила заняться спортом. А дальше, конечно, есть несколько вариантов. Первый вариант, на который нужно обратить внимание, это состояние здоровья этой женщины. То есть, если вы чем-то больны, хронически есть какие-то заболевания, либо острые, там, например, близорукость, позвоночная грыжа, либо остеохондроз, это, естественно, нужно проконсультироваться у лечащего врача. Возможно, вам необходима именно индивидуальная гимнастика лечебная. Если же у вас все в порядке со здоровьем, для вас открыты любые двери любых физических видов спорта. Здесь уже все зависит от вас, что именно вы хотите. То есть, какой результат вы хотите получить впоследствии ваших тренировок. Если это, например, набрать мышечную массу, да, увеличить в объемах мышцы, то есть это уже лучше тренажерный зал выбрать. Если вы хотите стать более гибкой, пластичной, это танцы либо йога. Если же вы хотите получить красивую форму, подтянутую, при этом убрать излишний вес, и привести мышечную форму в порядок, мышцу. Тогда это фитнес или аэробные нагрузки. Я зрозуміла. Скажіть, а от дуже часто буває, що почавши займатися спортом, деякі люди помічають прибавку у вазі. Чому це відбувається? Да, таке буває, і буває, ну, є дівчатка, які приходять на тренування для того, щоб набрати мишечну масу, то есть в определенных местах они, конечно, радуются, прыгают от счастья, но большинство хотят именно снизить вес, убрать объемы. И это не норма, что вес прибавляется, но в большинстве случаев такое все-таки бывает. Из-за чего это происходит? Если вы новичок в этом деле, занимаетесь буквально неделю-две, либо у вас был большой перерыв, и вы потом вернулись в спорт, то мышечная масса увеличивается, и за счет этого увеличивается объем, потому что мышца таким образом адаптируется к новым нагрузкам, и в ней появляется жидкость. То есть есть такое вещество гликоген, он накапливает жидкость в мышце, благодаря этому он адаптируется к новым нагрузкам. И что делать? Ни в коем случае не расстраиваться, да, хотели один результат, пришли на тренировку, довольная, счастливая, стала на весы. Извините, что это такое? Конечно. Там, да? Да, нормальная реакция, это испуг, паника, ни в коем случае не нужно паниковать, все в порядке, такое бывает. Что нужно делать? Продолжать заниматься. Уже через неделю-две после этого ваш обмен веществ ускорится, и этим самым личная жидкость выйдет с мышцы, а также начнут исчезать объемы. От дивіться, щодо фітнесу, як часто тренуватися? Щодня чи ні? Это по-разному. В ідеалі мінімальне кількість тренувань, якщо ви хочете похудіти, да? Два раза в неделю. Можно доводить до 5, но это нужно делать постепенно. Мышца привыкает к нагрузкам, и далее она сама хочет еще большего и большего. Если это физические тренировки, которые требуют набора массы, да, то они должны быть не слишком часты, потому что набирается, растет мышца не во время тренировки, а именно как раз в период восстановления. То есть здесь 2-3 раза в неделю будет достаточно. У мене таке питання, а над якою частиною тіла більш ретельно доводиться працювати, от більш так? Ну, если это касается женского организма, то да, мы склонны к полноте именно в животике и в бедрах. С чем это связано? Во-первых, у нас гормональный фон так устроен, что именно в этих местах собираются жировые отложения. Почему? Для того, чтобы мы могли выносить и родить ребенка. То есть природа сама задумала нам в этих местах, да, всегда работать над этими местами. Но чтобы вы понимали, у нас, даже если вы регулярно занимаетесь, в первую очередь худеет лицо, потом плечи, ключицы, грудь, к сожалению, да, потом, и потом только живот, и в последнюю очередь ноги. То есть хороших результатов, каких вы хотите для себя достичь, это может быть и через полгода, и через год регулярных тренировок. Не надо отчаиваться, бросать тренировки, нужно продолжать и обязательно достигнете своей цели. Дивіться, дуже популярні є відеоуроки, коли вдома тренуєшся. Скажіть, це ефективно чи ні? Чи краще от з тренером в залі? Смотря для кого. Если вы профессионал, вы в себе уверены, то вы можете найти видеоурок и увидеть, что там его ведет профессионал.
в чем, и, конечно, заниматься, любые тренировки, которые вы делаете, они ведут к результату, то есть это эффективно. Но если вы новичок, вы попали не всегда на новичка в интернете, да, не всегда на профессионала, возможно, ты тоже новичок. Ну ладно, даже если ты профессионал, он говорит, как правильно выполнять, но он не видит, что вы делаете при этом дома, ну, да. Правильно? Ну, может, то неверно есть, якось, да? Конечно, можно дать нагрузку не на те мышцы, которые хотите, а, например, на те, которые не нужно, колени, поясница, да, к примеру. Дома в чем плюс тренироваться? Это дешевле, естественно, и нет затрат на дорогу, и на абонемент, и вы можете это делать в любое время, и когда хотите, да. С другой стороны, в фитнес-клубе, там своя атмосфера, она ведет к спорту. Если дома вам лень, то в фитнес-клубе, даже если вам лень, но вы приходите, вы живете, вы видите, ну, да, эту жизнь, у вас появляется энтузиазм, вы желанием идете на тренировку, на которую не хотели идти. Ну, как не очень хотели, да? И также атмосфера, также там можно обмен информацией, обменяться информацией, да, с такими же, как вы, у них тоже цель похожая. И там новое оборудование, и там все-таки есть фитнес-инструктор, который ответит на ваши вопросы. Да. А який одяг? Хтось вирішив займатися фітнесом, що, яку форму треба мати? Ну, з чого, з якого матеріалу? Удобный для движения, то есть не сковывающий движение. Если вы занимаетесь дома, можете в купальнике. Если вы ходите в фитнес-клуб, да, то вы можете одеть либо шорты, либо лосины, либо брюки, желательно из хлопчатобумажного материала, не из синтетического, так как он задерживает, да, ну, мы потеем, и потом неприятно и раздражение, может быть, и ощущение на коже. Натуральная ткань помогает дышать при этом. И все, что не сковывает движение. Обувь лучше все-таки иметь, спортивную обувь, кроссовки, потому что она и амортизирует, как бы, все ваши движения и помогает правильно и даже выполнять. А чоловіки теж худнуть у фітнес-тренері? Чи це тільки жіночі справи? Ні, чоловіки, мужчини теж худіють. Діло в тому, що зараз нет мужського віду спорту і жінського віду спорту. Зараз мужчини, якщо ви замітили, і стрип-пластику можуть преподавати. Как бы чисто, как раньше было женское направление. Конечно, мужчины худеют, если у них есть избыточный вес, и у них есть желание похудеть, то, конечно, нужно идти не в тренажерный зал, а, ну, в тренажерный зал тоже можно идти с персональным тренером, который напишет персональную программу. Но в фитнес-клубах тоже есть очень часто мужчины. И на степ-аэробиках, и на обычном фитнесе, и на силовых тренировках также. Ты намотал на вуз себе, запам'ятав? Ну, да, але що ж мені там... Адже розмовами все не закінчиться. Ну що, ми вже готові. І я тепер жалкую, навіщо я оділа оцю сукню і підбори. Це те, що зараз будуть робити, це я маю робити. А ти зараз худнеш на кілограм в цьому ефірі. А я залишусь така, як є. Нічого, Ірочка, ти нам дуже нужна, ми покажемо тобі, які мишці працюють в нашій тренувачці. Зараз, наскільки я знаю, ко мені обращаються з якими вопросами жиросжигаючої тренувачки. Що це таке? Ви займаєтесь 15-20 хвилин подряд, да? И потом, что происходит, вы заниматься перестали, но обмен веществ запущен до такой степени, что жир сжигается уже на протяжении нескольких часов. Ух ты! При этом вы можете даже кушать, он продолжает сжигаться. Итак, у нас сегодня будет 6-7 упражнений. Приступим, да? Они будут, это интервальная тренировочка, мы работаем 50 секунд, 10 отдыхаем, 50 работаем, 10 отдыхаем. И так мы один раз это все сделаем, а так дома можно делать 3-4 раза. Запам'ятовуйте, телеглядачі, можете навіть разом з нами повторювати. Ну, я буду точно повторювати, да. Буду пробувати. Итак, сначала нужно разогреться однозначно, так, без этого нельзя начинать никакие тренировки. Мы попрыгаем немножко, поехали. Вперед-назад ножки, как на лыжах, только в припрыжку. Да, один... Второй раз и подряд. Раз, два, три, четыре. Два, два. Ручки тоже могут работать. Три, четыре, два. Какое дыхание? Вдох через нос, рот через выдох. Мне подобается. Шесть, семь, восемь. Два, два и по одному. Еще раз. По одному. И так еще 10 секунд. Ось так воно цікаво у нас виходить. Мені аж подобається. Щоб не задихатися, потрібно правильно дихати. Дихаємо, 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 дихаємо. Хорошо, ми дихаємо 10 секунд. Так, відпочиваємо. Следующее упражнение, которое работает тут сейчас абсолютно все группы мышц, и оно идеально увеличивает пульс для кардиотренировки. То есть идеальное количество ударов сердца в минуту. Что мы делаем? Становимся на ладошки и прыгаем в планочку. Планочки. Мы не прогибаемся. И не оттопыриваем попу, стоим ровненько. Ваня, не оттопыри. Я уже тримаю ремень. И подпрыгиваем попу в ладоши. И поехали. Итак, 50 секунд. Выдох, собрались.
Выдох. Низ. Выдох. Собрались. Выдох. Пока Ваня у нас тренируется. Ваня, все тобі фітнес. Що, в мене виходить сьогодні? Так. Диши, видох и наверху видох. Работают у нас ручки. Бачиш, Ірочка? Суставы, ну, таке щось. Поясничные мышцы. Продолжаем, 50 секунд. Что ж, так я. Также у нас работает попа. Когда мы приседаем и подпрыгиваем, мы сокращаем мышцы ягодиц. Ноги, соответственно, тоже. Давай еще разок. Еще, давайте его пожалеем. Да, молодец. И отдыхаем. Еще работает, да? Да. Шо, аж спина заболела, але воно так цікаво. Хорошо. Зараз сходиш, не знаю. Дальше опять кардио. Это мы работали на все группы мышц, теперь больше на бедра. Что мы делаем? Шажок в сторону, сзади ножка, да? И поднимаем ножку. Что здесь важно? Все, ну очень много, 90% женщин на тренировках просят убрать так называемые ушки. Ушки. Да. Этим упражнением мы это делаем. Можно добавить ручки, тогда работает еще и верхняя часть тела. Значит, как нужно поднимать правильно ногу? Пяточкой вверх. И чуть-чуть назад. Ага. Да, может, мені так поробити. Да. Ірочка, спробуй, може вийде в тебе зараз. Попробуй. Та ні, я ж не зможу. Я... Ну. Давай, давай. Працюй. Давай. Хорошо. Так ми теж робимо 50 секунд, 10 віддихаємо і продовжуємо. Тепер силовою чуть-чуть. Да. Присіду. Всі хочуть большу присілу попу, да? Зараз модна бразильська попа. Вот ми именно над этими мышцами, над большою мышцей і поработаємо. Присаджуємося, присід. Раздвигаем ножки назад, собираем вперед, встаем, зажимаем попу. Опа! Да, поехали. А ты следкуй. Поехали. Выдох, 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 полный выдох. Как правильно присаживаться, это очень важно. Мы переносим вес тела на пяточки, садимся, продолжай. Как будто на низкую, низкую скамейку. Мы оттопыриваем попу и потом только присаживаемся. Да. И в коем случае мы не садимся на колени, а назад. Да? Тогда работает попа. А, ні. Колені. Повторюйте з нами і запам'ятовуйте. Ой, повторюйте, воно дійсно дуже цікаво і корисно. Да. І ще два рази зробимо. Таким образом ми працюємо 50 секунд, 10 віддихаємо. Хорошо. Ми проработали внутрішню поверхність бедра і попу. Тепер у нас ще пару, два упражнення. Що ми робимо? Задня частина. Є велика мишця, це наша маса, є. Малая мышца попы – это как раз то, что поднимает ее, чтобы попа казалась круглой. Да, проработаем эти мышцы. Ты можешь со мной не прыгать, просто опускаем ручки вниз и становимся как бы в ласточку, да? Ой, люблю. Давай, пошли, давай. Полетели. Летимо. Да, то есть мы поднимаем ногу чисто вверх, при этом сохраняя прямую линию. Смотрите, а напруживаючи вот эту мышцу сзади? Она напруживается. Чего она сама напруживается? Она сама напруживается тем самым, как мы поднимаем ножки. Кстати, сейчас работает именно та нога, на которой мы стоим, а не которую поднимаем. Ага. То есть мы ее растянули и зажали. Ага. Растянули и зажали. Как утяжелить? Я думала, что у нас покрыли. То есть мы подпрыгиваем, становимся на ножки, делаем мах и опять вверх. Мах, вверх, мах, выдох. А я буду просто. Да. Летимо. Одну и вторую ножку делаем. Последнее упражнение, это, конечно же, пресс. Так как оно у нас сегодня одно, поэтому проработаем сразу все стороны пресса. Я в залюбки, да. Але просто мене там микрофон. Хорошо, смотрите, может, что мы делаем? Ляжешь? Та, а что вы робите? Просто пресс качать. Просто? Просто? И ножки просто. Я спробую, Ирочка, спробую. Что робить? Давай, давай, я тебя потримаю, и ты будешь тут качать пресс. Итак, мы ложимся вниз, ручки за головой, да? Так. Поднимаемся и скручиваемся на подъеме. Ага. Обязательно при этом выдыхаем. Давай, поехали. В одну сторону вниз ложимся и скручиваемся. Ирочка, в другую. Давай, 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 ты выйдешь, ты молодец. Ложимся вниз, поднимаем ручки, Ирочки, поднимаемся ручки, вверх. Ручки, ручки поднимаем? За ручками и поднимаемся. А, просто вверх, да. За ручками, прямо мы такие скопились. Вот такие ложимся, тяжкие. Поднимаем ножки, можешь не поднимать. Нет, платье. Я буду поднимать. Можно. И делаем еще два скручивания кросса. Вот что значит красота вымогает жертв. Раз. В одну сторону, в вот другую. Вот так, друзья. Ось так. Посередине. Качаємо. Прес. И вверх. Сідниці. Все, все, ось так. И еще один раз покажем, да? Давай, мы будем дивитися и запам'ятовувати. И наши глядачі також разом с нами будут. Здесь выдох при скручивании обязателен. Иначе мышца не сокращается полностью и тем самым работает не на 100%. Зрозуміло, дуже класно. Боже, после этого обязательно дома мы уже тянем мышцы.
Застягиваемся, наклоняемся обязательно. А, це такий маленький комплекс, можна два рази на день його, да? Вранці, ввечері виконувати. Знаєте, ми коли починаємо худіти весною, да, у нас починається срочно. Ми сходимо з ума, починаємо робити по несколько разів день. Це точно. Це не желательно для мужчин. Можна. Можна, але через неділі 3-4. Угу. Поверьте, если вы сделаете 3-4 таких круга, вы не захотите в этот день еще делать еще. Все точно, тут уже ничего не хочется. Да, так, спочатку легенько, так, 1-2 раза в день. Конечно. Вот так. Через день, а потом каждый день, а потом целый день. І, а потім звикнете, і такий вже буде сенс життя і спосіб життя. Дякуємо вам, чарівна Інна Маловічко, тренер фітнесу була, ну а ми... А ми підемо трішки відпочинемо. Продовжуємо далі ефір, так?